Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет новый зомби-шутер с неким сюжетом на Android под названием Deadboot. Сейчас посмотрим на него. Тренировку я уже прошел, мне там объяснили, типа, как убивать зомби, а я такой: да я это уже все знаю, зачем ты мне объясняешь? Даже, знаете, если вы играли в игру под названием «Последний день на Земле», она чем-то смахивает на эту игру, только от первого лица. Возможно, это бред, но почему-то мне сразу вспомнилась та игра «Последний день на Земле». А я только подумал: блин, похоже, только вот как будто эта игрушка только от первого лица. Ладно. У меня есть самопал, я его сам скрафтил. Есть такая вот дубиночка, есть у меня, получается, консерва. Так, есть яблоко, давайте похаваем. Имеются анимации, все сделано очень прикольно. Берем самопальчик, и вот у нас зомбак. Так, стреляем, зажигаем. Ого, как круто, да? Ой-ой-ой, подожди, зомбак. Все, готов. Я вам вначале сказал, что имеется здесь некий сюжет. Да, он реально имеется, и сейчас вы в этом сами убедитесь, потому что вот здесь есть различные игровые персонажи, с помощью которых ты общаешься, они рассказывают, что к чему, что как. Ё-моё, сколько вас здесь много, подождите, пацаны. Да сдохни ты, бабушка, давай, пока. Самопал, ребята, впервые вообще с него играю, он такой занудный, я не знаю. Пока он зарядится, это просто что-то. Еда восстанавливает потерянное здоровье. Ну давайте восстановим, применяю, кушай, братишка. Так, сейчас мы с вами куда-то идем и кого-то ищем. Так, здесь у нас вообще, ой-ой-ой, заряженный зомбак, посмотрите, какой заряженный зомбачок, а. Давай, самопальчик, ну давай, сыпь эти орешки, быстрее. Хорошо. Все, ускоряемся. Так, куда идем? Пока что я не понял, но сейчас куда-нибудь по-любому придем. Так, что это? Прочность и отсечка. А, отсечка была, представляете? Сейчас была отсечка. Если вы подумали, что здесь только самопал и такая дубинка, нет, вы ошибаетесь. Имеется режим крафта. Можете создавать различные пушки, просто мега различные. Там автоматики, дробовики, туда-сюда. Реально очень много всего есть. Я это, конечно, еще не видел, но по-любому это есть. Так, нужно найти какого-то Генри. Оружие самопал сломалось. Отлично, просто суперски. Я так и хотел, чтобы он сломался. Думал, когда же он сломается. Выносливость кончилась. Ёптедык. Выносливость кончается, я даже, получается, не могу нормально бить. Все, начинаем разговаривать. Короче, не могу общаться, потому что надо зомбаков сперва убить. Все, теперь я могу пообщаться. Создаю оружие, чтобы остаться беззащитным. Так, ну вот самопал, да? Но чтобы его создать, нужны ресурсы. Как в игре «Последний день на Земле», представляете? Все, здесь у нас идет общение, печенье, объясняет, что к чему. Мы с вами похаваем яблоко и покиньте РМ-депо. Давайте покидаем. Все, 3 секунды остается. Давай, на яблоко будешь нахавай. Не успела покушать мое яблоко. Хорошо, что я быстрый. Так, а что теперь? А, мы теперь возвращаемся в Фэйртаун. Это город защищенный. Угу. Но это наша локация, ребята, это наша локация. Там девушка одна знакомая, которая типа нас спасла или что. Ну, в общем, мы ее знаем. И вот, ну, кружится вот это типа наша база, наша выжившая база. Ну, вы поняли, да? О, во, видите, какие нам пушки потом дадут. Сейчас мне пока что... О, что-то мне дали. А что мне дали? Братишка, давай что-нибудь сообразим насчет оружия. Ой-ой-ой, столько всего. Набор ближний бой, но это деньги, ребят, это все денежки, реальные денежки, у меня столько нету, ой, выходим. Донат это просто жесть. Типа, вот она, Эльза, начинаем с ней общение, он нашелся, доброго. Потом мы общаемся. Так, теперь вот видите, крафт, но у меня нету определенных, теперь есть ресурсы у меня. Что она дальше скажет? Тут есть, опять надо, короче, ходить, исследовать это все, да? До встречи. Сами не ходят, козлы, да? Меня чисто отправляет. Так, это что, куда, сюда? А, убежище, прикольно.
вложить все. Нормально. Построить. О, нормально. Строим себе убежище. Это прикольно? Прикольно. Скачиваем по ссылочке в описании. Но думаю, что на этом все. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч и пока.